Ремарочка. Нас на самом деле ополченцы-сепаратисты, которые находятся слева от нас, превосходят вооружение. Ну, американцы нам сделали подарок, привезли новейшую разработку их и хотели, чтобы мы испробовали здесь именно. Называется пузыряк. Пузыряк — это вот такой пузыряк, рассказываю, как он действует. Вот. Я уже запрограммировал. Вот, пускается. И сейчас вот эти все бульбушки, они сейчас, это самонаводящиеся, все, они полетели к ним на позиции. После того, как они прилетают к ним на позиции, они лопаются. И, как бы сказать, идет радиация и заражает. А потом они, вот видите, а потом они передают другим людям, то есть воздушно-капельным путем. Вот, видите? Вот, вот так. Ничего сложного нету, то есть никто не подумает, что это новейшая разработка пузыряк USA. Вот так вот, где-то так. Об этом оружии никто не знает. Но оно дает осечки. То есть недоработочки есть. Мы учли эти недоработочки и передадим. Расскажем американцам, что надо подправить. Может, мы что-то свое добавим. Вот, вот так. Все, вот этот пузырь, все, они полетели на позицию к ним.